действителен. Также вопрос, уважаемый шейх, с кем остается ребенок после развода? Если человек развелся с женой, то воспитание детей — это право матери. Опеку над детьми получает мать. Мать имеет больше прав на своих детей, пока не выйдет замуж. Это касается ситуации, когда детям меньше 7 или 8 лет. Мать имеет больше прав на воспитание своих детей и опеку над ними. Когда им исполняется 9 или 8 лет, то детям предоставляют выбор, с кем они хотят жить, с матерью или отцом. Но в основе, как мы сказали, воспитание детей – это право матери, если только нет причины, по которой опека над детьми переходит к отцу. Если мать плохая, или, не дай Аллах, обладает дурным нравом, или ведет непристойный образ жизни, то здесь кадий выносит решение, исходя из интересов детей. Если же женщина вышла замуж, то отец имеет больше прав на детей, чем мать, как сказал пророк, саллиллаху алейхи вассалям, одной женщине, у тебя больше прав на ребенка, пока ты не выйдешь замуж. Итак, право воспитания детей остается за матерью. Но если она выйдет замуж, судья смотрит на эту ситуацию и при наличии претензий и тяжбы переводит опеку детей к матери жены, к матери мужа, к самому мужу и так далее, в зависимости от того, в чем больше пользы для детей, как посчитает судья.